Уже традиционно на вокзале команды украинских чирлидеров встречают с надувными шарами и хлопушками. На этот раз родители приготовили праздничный каравай. На родине за спортсменов болели всей душой. Ждали, очень болели. После очередного раза я решила, что я уже начинаю собирать на следующие соревнования. Я все-таки еду вместе с ними. Уже не в моем возрасте это переживать на расстоянии. Мне проще возле них, когда я рядом, когда я могу и поддержать, и могу прикрикнуть, и могу приголубить. У нас родители очень организованные. Не успеешь намекнуть, и при этом уже быстренько все организовываются. У нас строго распределены между всеми обязанности. Каждый за свой маленький сектор отвечает. Быстро, быстро, быстро. В итоге встречаемся здесь, и все организовано. Лучший результат украинских девушек на чемпионате мира в Орландо – 10-е место в джаз-номинации. В номинации «Помпон» они стали 16-ми и показали хороший результат в дебютном для себя стиле «Лирикал». Учитывая, что в масштабном турнире приняло участие около 10 тысяч спортсменов, выход в финал – это уже маленькая, но победа. Мы вернулись с самого крутого турнира по черлидингу в мире, с клубного чемпионата мира. В этот раз нам удалось посмотреть два чемпионата – чемпионат среди стран и чемпионат клубный. И я могу точно сказать, что мы были на сильнейшем турнире, который существует на нашей планете по черлидингу. Мы очень горды нашим результатом. Мы обошли огромное количество команд. Уровень соревнований невероятный. Честно говоря, от выступления некоторых команд у нас не то что мурашки, у нас слезы на глазах наворачивались. Уровень соревнований вырос невероятно. В этот раз мы много тренировались рядом с другими командами. В прошлый раз мы много смотрели на выступления, сейчас много смотрели на тренировки, учились, перенимали опыт западный, восточный, потому что очень разные школы, очень большой результат. Вот, впечатлений много, планов теперь много на будущее. Будем работать, развиваться. Мы очень довольны своим уровнем и понимаем, что теперь знаем, над чем работать. Команда состояла из 13 одесситок и 3 киевлян. Готовили их одесские специалисты, старший тренер Дарья Чернова и тренер Виктория Рыбак. Возглавляли делегацию в Орландо руководители Федерации черлидинга Украины Елена Плешакова и Юлия Иванченко. Этот опыт и поддержка других команд помогут в будущем, уверены сами спортсмены. Было очень много поддержки со стороны других команд. Все подходили, здоровались, обнимались, менялись подарками. Какие были впечатления именно в финале, вот когда вы в десятку попали, как там на трибунах была атмосфера? Это было невероятное ощущение, это запомнится на всю жизнь, потому что вокруг была тоже поддержка, и все команды радовались друг за друга, и когда объявляли, кто куда попал, то все друг друга очень сильно поддерживали. Этот успех стал одной из важных вех в развитии, уверены в областной федерации черлидинга. Теперь в планах крупный фестиваль в конце мая. Дмитрий Богомолов, Феликс Виноградов, телеканал «Репортер».